Всем огромный привет! Дважды в месяц я совместно с каналами София Белавина, Анна Флорида и Элла 2000 рассказываем вам свои секреты красоты в домашних условиях. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Подписывайтесь на каналы, чтобы не пропустить новые рецепты. Сегодня расскажу о петрушке, а именно отбеливание лица. Как влияет петрушка и также эффективность, ну и рецептик будет. Думаю, для вас не секрет, что петрушка – это натуральный продукт, богатый витаминами, минеральными веществами и другими полезными для нашего организма соединениями. Она подходит не только для употребления в пищу, но и применяется еще в косметических целях. И в первую очередь используется петрушка для отбеливания лица. Итак, какая же польза петрушки? С помощью этого доступного продукта можно не просто безопасно отбелить кожу лица, но и получить вдобавок ряд бонусов. В частности, это зеленое растение прекрасно справляется с первыми признаками старения. Обладает также прекрасными тонизирующими качествами. В итоге кожа становится свежей и сияющей. Вот, поверьте, я на себе это все попробовала. Петрушка практически не имеет противопоказаний, однако, если у вас есть предрасположенность к аллергии, то будьте осторожны. Перед первым применением лучше всего провести тест на внутреннем сгибе локтя. Для приготовления домашней косметики используйте только свежую зелень, желательно выращенную самостоятельно, без применения синтетических удобрений. Предварительно хорошо промойте петрушку и удалите из нее все пожелтевшие и сухие частички. Сегодня я делюсь с вами рецептом тоника из петрушки. Проще всего приготовить и использовать отбеливающий тоник. Для этого необходимо петрушку залить кипятком из расчета около 2 столовых ложек петрушки на стакан воды. Я честно скажу, я все кладу, как говорится в народе, на глаз. Оставляем настаиваться на 10-15 минут. Такое средство можно использовать каждое утро, протирая им кожу при помощи ватного диска. Готовый настой может храниться в холодильнике не более 3 дней. Однако вы можете перелить его в формочку для льда и заморозить, а потом просто доставать по одному кубику и протирать им лицо. Такой прием поможет не только отбелить, но и омолодить кожу. Желаю вам будьте здоровыми, будьте красивыми, подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!